Так, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил, и мы продолжаем проходить игру Fear 2 Project Origin. Лейтенант Стокс отправил вас на поиски сержанта Кигана, исчезнувшего в разгар боя. Он, похоже, уверен, что идет по следам некой женщины. Ну как, Гриффин, конечно же, шел. Лейтенант Стокс порекомендовал вам использовать грузовой тоннель Армахим, ведущий на Steel Island. Она, сержант Моралес, встретит вас там по прибытии. Ну да, как раз мы туда и направляемся. Только сейчас придется, конечно же, на поверхности убраться. По метро мы уже полазили. Очень неприятное место было. Полно было, конечно, трупов. Клонов. Ну и там подобного дерьма. Призраков, ассасинов. Готов. Так, а здесь полно будет... ...о приближении штурмовиков. Начинаем отправку штурмовиков. О, штурмовики, только еще не хватало их этих роботов больших. Так, дробовик неплохо сходился. Блин, здесь полно будет снайперов еще при этом. Полно будет очень много снайперов. Так, снайперская винтовка нам точно в этом случае пригодится. Надо будет ее найти. Так, вот она как раз встает ее. Заменим все-таки, мы думаю. Даже не знаю на что. Пока вместо лазера. Так, ну где эти снайперы? Так, по-моему, у нас один будет как раз там снайпер. Наверху сейчас он появится скоро. Ну да. Готов. Так, давай еще. Появись. Конечно, по лазеру, по такому красному прицелу можно будет видеть, где у нас снайпер. Самое главное не зевать. Так, ладно. Пока что попользуемся снайперкой. Здесь полно будет снайперов, как я и говорил. Снайперская винтовка против них очень полезна. Но самое главное, конечно, не забывать переключаться на винтовку обычную. Так как клонов обычных тоже будет немало. Так, смотрю-ка. Ничего не пропустил. О, так, это нам штурмовики летят. Явно штурмовики, так. Ну и роботов, конечно, попользуемся роботами тоже. Пострелять туда и дадут. Доволь. Так, ну-ка всегда. Стрелять самое главное. Головы. Если, конечно, получится. Так, а вот снайпер бежит. Готов. Перезаряжаемся, пока дается время. Так, по-моему, там еще и один снайпер будет наверху. Если я не ошибаюсь. Наверху крыши этого кинотеатра. Локация тоже очень интересная такая. Так, надо быстро перебираться. Так, еще один снайпер. Быстро-быстро прячемся. Сначала стоит разобраться с клонами обычными. Блин. Если меня сейчас не перебьют. Потому что, хотя, может, снайпером лучше разобраться в первую очередь. Готов. Так, переключимся на винтовку обычную. Да, блин, прицел. Черти его. Ох ты. Ох, летел хорошенько. Куда ж ты прячешь? Ох ты. Еще один появился. Не запалился. Так. Так, надеюсь, что-то есть. Ну. Так, здоровье подберем. Ну, хотя, можно уже брать и лазер. По-моему, там сейчас скоро у нас будет момент с роботом, если не ошибаюсь. Снайперы, по-моему, закончились, так что ладно. Сменим пока что. Лазер может понадобиться в другой ситуации. Так, что у нас здесь интересно? В этой комнате закрытой. В которую попасть не могу почему-то. По-моему, у нас снайперы все закончились. С другими снайперами разберемся при помощи роботов.
Так, ладно. Чё-то херово. Здоровье у нас. Так, еще на сохранение сработал. А это чем нет сохранения? О, вот что у нас здесь имеется-то. Да, сюда точно, точно стоило сходить. Все равно какие-то тонички бэт оставляет. Патронами с полезным всяким барахлом. Так я вот называю. Так, ну все, кажется, врагов здесь точно не будет больше. Если музыка затихла, я, значит, враги закончились. Мы даже варика дверь открыть можно. Небольшая интерактивность. Так, закрыть. Мелочь, а приятно. Так, ладно. Сейчас вот стоит применить это оружие. Это как скоро появится один, в общем, засранец. Большой такой крепкой броне. И, конечно же, с лазерной с лазером. Готовимся, в общем-то, сейчас стрелять. Надеюсь, сейчас его хотя бы его снял. Ага. Ну да, лазер. Такое оружие-то с одного, в общем-то, выстрел убивает. Очень мощная штука. Вот таких раз стоит применять. Как раз на них, в общем-то, и стоит это оружие готовить для таких случаев. Оставлять, точнее. Так, берем искать рефлексов. Лечим нашу шкалу замедления. Так, берем аптечку. Конечно, аптечка что-то стала намного раз реже встречаться. Так, а в броне, конечно, не помешает. Да, аптечки мне помешали. Я сейчас второе, очень херовая ситуация. Так, ну лазер пока, думаю, оставим. Я им попользовался все-таки один раз. С одним гадом разобрался. Так, теперь приключаемся, думаю, на сколочные гранаты пока что. О, кинотеатр хороший, отлично, это такая отличная локация. Этот город разрушенный. По-моему, даже разрушенных городов и в первой части Ферта мы не видели. Хотя нет, там, по-моему, взрыв-то произошел в конце игры. Точнее, даже в первой локации, Fear Papers, это там разрушенного города мы даже нам не показали. Как будто взрыв-то произошел, не знаю, где-то. Ну, в другом вообще стране, в другой стране как будто произошел. Ух ты. Снова Кикан появился. И испарился. Так, а что у нас там? Проход забаррикадирован, что ли? А, хотя, да, можно пройти. Но нет, все-таки, я думаю, здесь пройду. Здесь очень интересный момент встретиться. Точнее, увидим очень интересный момент. С участием снова Альма. Черт. Блин, черт дери. Фух. Снова напугало. А не знаю, здесь бы, наверное, не подошел момент. Хотя здесь пройти-то, блин, нельзя, здесь можно потратить здоровье. Блин, здесь дверь не открывается. А там что-то открывалось. Блин, что-то зря вообще полез, кажется, в огонь. Но там не открывается дверь-то. Я бы все равно не прошел там. Полуразрушенный... Похоже, пробираться на Steel Island будем долго. На главной дороге уничтожен мост. Да ладно. Херовая ситуация. Так, броню установим. Спасибо, хотя... Она даже не нужна, у меня там... Почти что полностью она была. Целая была броня-то. А, точно, так не ошибся, да. Скоро нас ожидает, в общем-то, встреча. Снова пострелушки на роботах. Круто. Так, снимем самый главный этот трансформатор, он, ну, ток, в общем-то, включает ток, таким образом, и к роботу можно пока не подойти. А то вот наш бедолага-клон пострадал. Его хорошенько поджарило, конечно. Не хорошенько вообще. В общем-то, ничего не знаю. Не повезло ему, бедному. Сдох. А то бы мы тоже бы разделили бы его участь. Так, ну все, входим в... Начинается наши любимые, в общем-то, стрелушки на роботах. Все это игры. На экшен здесь. Так, а пока, в общем, поездки на роботах. Которых не было в первой части. Чего по сумме, конечно, мне кажется, не хватало по экшену. Ну, может быть, я не знаю. Хотя, возможно, может, лучше бы это было, что там и не было таких покатушек.
Так, отлично. Разобрались с роботом. Идем дальше. Так, нам очень, очень осторожно. Полно, может быть, снайперов всяких. И там подобных врагов. Чтобы там было неповадно. Готов. Говнюк. Так, о, еще один. Просто на фарш разделим этих всех. Так, еще один робот появился. Давай. Но это маленькие роботы, они пока не так сильно опасны. Все-таки будут. Ну, если, конечно, штурмовики сидеть. Снаружи вылезти, там уже самоубийство будет. Настоящее. Так, у нас, конечно, ходить. Хотя там ракетница, ну, не знаю. Пока что не стоит. Так, тепловизор можем включить, наконец-то. Подсказывают. Хотя могли бы давно подсказать при первом использовании робота. В качестве штурмового... В качестве оружия. О, еще робот. Кажется, если не ошибаюсь. Блин, засранец, что ты? Не дохнешь ты. Так, это полегче будет. Готов. Да, тепловизор помогает. Особенно пули, когда полно пули. Особенно помню, был в Крайзисе втором. Очень полезная штука. Черт, прям внимание уже. Уже нехило меня потрепали. Блин, перегрев, черт дери. Так, куда-то прячешься? Я тебя найду. Марика, все. Думаю, я как будто его не найду. А, промазал. Мазила. Так, все, что ли, снял этого? Кажется, все. Так, отлично, еще один робот. Блин. Надо прятаться. Черт, здесь ситуация. Хуже некуда. Так. Надо тепловизор включить. Куда ж ты побежал? Опасно. Да пофиг. Думаю, так все остановится уж как-нибудь. Какого хрена? Чё за... Так, надо пока, думаю, вылезть все-таки. Да, ладно. Вылезем. Кое-что полазим. Осмотрим. Оно помещенится. Да, град здесь. Хотя, да, броню. Здесь ничего даже чего полезного нету. Думал, аптечка есть. Ракетница только вот. Ну, ракетница, конечно. Против роботов, конечно, можно повоевать с ней. С этой ракетницей, но лучше, конечно, штурмовитовку. Точнее, это робота использовать штурмовика. Намного эффективнее будет. Ремонт так. Завершен. Снова ракетница. Да, ракетница для замены робота. Разложили, чтобы можно было спокойно разбираться с роботами. Если вдруг роботы будет, в общем-то, поломается. И даже нужно будет его чинить. Вылезти придется. На некоторое время. Но ветеране, конечно-то, слава богу, не зря, в общем-то, сделали. Чему подобрать? Че, мне патроны не подбирают, что ли? Сами собой так. Должны как бы подбираться. Тут что такое? Пистолет. Так, по-моему, все здесь подобрали. Ладно, можем идти. Снова возвращаться в робот. Хотя мы же, по-моему, со всеми разобрались с врагами, так что. А может, хотя, может, и нет, я не, точно не помню уже. По-моему, еще один робот должен быть враждебный. Если я не ошибаюсь, так что все-таки вернуться стоит. Включим-ка тепловизор, чтобы было виднее лучше. О,
Такой же робот появился. Че, мы с ним разобрались? Нет, а? Вряд ли. Ну да, без проблем справились. Даже не приходилось мучиться. Да что ж вы такие живучие, не знаю, лезьте прям как камикадзе какие-то. Я думаю, поумнее будут. Нет. Да, ну все, доездились. Последняя поездочка на штурмовике. Хотя, по-моему, дополнение Reborn будет еще такая поездочка. Одна. Блин, это было, конечно, круто. Фиат 3, конечно, хорошо, что Фиат 3 добавили такие поездки. Так, ну все, пора уходить. Прощай, робот. Навсегда точно в этой игре. В этот раз, может, точно больше тени покатаемся. Ну, было круто, конечно. Очень было интересно кататься в таких вот роботах. Очень было интересно. Обожаю такие вот моменты. Фиар 2 за этого, конечно, мне очень сильно нравится. Фиар 2 Reborn дополнение. Там еще из-за этого другого, конечно, из-за другого тоже. Вот Фиар 3, конечно. Мы не можем попасть на станцию. Слишком большие завалы. Видимо, мы приближаемся к эпицентру взрыва. То это понятно, да. Да. Полно просто призраков каких-то бродит. Прямо к тому месту, где взрыв произошел, где, в общем, находился проект Источник. Лаборатория, точнее. Где, в общем, находился наш главный герой. Пойтман. Герой первой части и Фиар 3. Ну и Фиар эвакуации, конечно. Дополнение к первой части. Конечно, Фиар 3 вы добавили эти покатушки на роботах, там их немало, конечно, встречается. Они намного продолжительнее, чем Фиар 2 Project Origin. Но все-таки Фиар 3, конечно, не меньше нравится. Там было все-таки меньше. Но она, конечно, скучнее, мне кажется, в некоторых моментах. И неинтереснее, чем Фиар 2 и Фиар 1 часть. Особенно, конечно, Фиар 1, потому что Фиар 1 самая лучшая часть всей серии Фиар. Вторая, конечно, на втором месте. Ну а третья самая худшая. Все-таки делают другие разработчики. Не монолит. Да сейчас монолит, конечно. Не делают таких хороших игр. Так, пускаемся все ниже. Эпицентр взрыва. Да. Точнее, не эпицентр, конечно. Близко к этому месту. Так, а нет, оно как раз не сюда. Так, что он не хочет как-то перелезать нормально? Вот. Ладно. По-другому не хочет так перепрыгивать. Нихрена себе, что происходит. Ну, это, конечно, жесть. Нифига себе воронка-то. Да уж. Охренеть просто. Словами написать просто. Словами просто не описать. Киган? Ну, Киган, да, прощай. Киган уже мы потеряли. Так, нашли, да, транспортный тоннель мы нашли все-таки. По-моему, на этом у нас заканчивается эта миссия, так что, думаю, увидимся в следующей миссии. Мое прохождение игры Fear 2 Project Origin, на этом пока что все. С вами был Михаил, всем до скорой встречи, удачи и пока!